Let's go.
Всем привет, это я, Слав Старикс. Почему я в таком образе? Я в образе, потому что это из фильма «Ворон». Если кто не знает, снимался один такой актер Брэндон Ли. Он же сын Брюса Ли. Да, и нельзя упомянуть о том, что Брэндон Ли погиб на съемках одной сцены, когда главного героя убивают. Эрика Дрейвена убивают, когда он еще не был вороном. И его скидывают с окна. Потому что в пистолете была заглушка. Кто-то поменял с пистолета. Особенно в пистолете был холостой патрон. А кто-то его поменял на боевой. То, что жалко было Эрика Дрейвена. Но я сделал такой образ и кавер, но я, правда, не пел. Это для меня как бы сложно, но как-нибудь в следующий раз я спою. Кому понравилась эта импровизация и мой грим, напишите в чате. Ну, не в чате, а в комментариях. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Покатики, автоматики. И еще в таком образе буду еще одну записывать импровизацию. Сами узнаете, какую.